Ущелье Миле, или Милан, находится на острове Крит, в 4 километрах к юго-востоку от города Ретимна. Это своеобразный, небольшой, но весьма интересный историко-природный парк, часто остающийся без внимания на фоне более величественных и известных достопримечательностей и памятников Крита. Тем не менее, Миле – это одно из самых красивых ущелий на Крите, это настоящий сказочный мир, увитый лианами, утопающий в зелени, со старыми акведуками и заброшенными мельницами. Ущелье в меру благоустроено, проложены пешеходные тропы, в сложных местах устроены лестницы и мосты. Длина ущелья – немногим более 2 километров. Название ущелья происходит от слова «милос» – «мельница». В XVI веке, во времена венецианского владычества, в этом ущелье было построено около 30 водяных мельниц, которые проводились в действие многочисленными, изобильными и круглогодичными источниками. Деревня мельников так и называлась «мили», то есть «мельницы». Деревня делилась на две части – нижние мельницы – «ката мили», и верхние мельницы – «пана мили». Мельницы активно эксплуатировались вплоть до середины XX века. Впоследствии, с развитием технологии централизации производства, мельничное дело пришло в упадок, деревня начала пустеть. В 1972 году из-за опасности обрушения склонов ущелья, последние жители покинули деревню и поселились наверху, над ущельем, в современной новой деревне, сохранившей название Миле. Сейчас в ущелье можно видеть заросшие руины жилых домов, мельниц, акведуков и других инженерных сооружений. Одна мельница расчищена и частично восстановлена, но не до работоспособного состояния. Также здесь сохранилось несколько церквей, святого Антония, святого Иоанна, пяти девственниц и другие, а также небольшое кладбище. Источников в ущелье по-прежнему много, и даже в самое жаркое время года в ущелье всегда течет прохладный ручей, образующий небольшие водопады и пруды. Из-за изобилия воды в ущелье настоящее буйство растительности, необычное для Крита. Но это приводит и к более быстрому разрушению мельниц и домов. В начале 2010-х годов в ущелье было проведено благоустройство. Для спуска в ущелье оборудовано 2 входа с лестницами. Один вход находится у современной деревни Миле, а второй – на расстоянии 600 метров от первого, если двигаться по дороге. Автостоянок нет, поэтому наиболее удобный способ добраться сюда – это такси. Выход из ущелья расположен рядом с деревней Ксерохарьё, откуда можно уехать на такси или дойти до автобусной остановки пешком. Идти около 2 километров. Естественно, ничто не мешает пройти ущелье в обратном направлении, что приходится делать тем, кто все же приезжает сюда на собственном транспорте. Тропы в ущелье хорошо оборудованы, крутых подъемов и спусков здесь нет, поэтому физической подготовки или какого-либо снаряжения не требуется. Все значимые объекты снабжены указателями, многие опасные места огорожены, устроены скамейки и беседки. Трудности могут возникнуть только в дождливую погоду, когда тропа становится скользкой. Ручей превращается в бурную реку и возможны камнепады. Один из домов в ущелье восстановлен и переоборудован под кафе, на веранде которого можно отдохнуть и перекусить, наслаждаясь прекрасным видом на ущелье. И пожалуйста, забирайте мусор с собой.